Соединить Балтику и Черное море задумали в Кабмине. Начать решили с реконструкции дороги Львов-Тернополь-Винница-Одесса-Николаев. Такими планами поделился в Фейсбуке премьер-министр. По словам Владимира Гройсмана, эта дорога станет своеобразным коридором между польскими портами в Балтии и нашими на Черноморском побережье. В бюджете уже заложили 800 миллионов гривен на реализацию этого проекта.